На центральную часть США обрушился шторм в виде снега, града и проливного дождя. В Техасе накануне порывы ветра достигали 140 км в час. А вот Колорадо, Вайоминг и Южную Дакоту накрыла снежная буря. В некоторых районах выпали рекордные показатели осадков – почти 70 сантиметров. В Денвере были отменены сотни рейсов в местном аэропорту. Порядка 30 тысяч жителей временно остались без электричества. Ожидается, что непогода продвинется дальше на восток США и принесет бурю и град в Канзас и Миссисипи.